Страховка за рухнувший под Шымкентом в декабре 2012 года самолет погранслужбы до сих пор не выплачена в полном объеме. Об этом сегодня сообщили в Главной военной прокуратуре Казахстана. Из подлежащей к выплате страховой суммы за потерпевший крушение самолет в размере 134 миллионов тенге взыскано 18 миллионов тенге. Оставшуюся сумму страховая компания обязалась выплатить в течение одного месяца. Самолет Ан-72 погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана потерпел крушение на подлете к Шымкенту вечером 25 декабря 2012 года. На его борту находились 27 человек, в том числе временно исполнявший обязанности директора погранслужбы Турганбек Стамбеков с супругой и руководители подразделения регионального управления Онтустык. Помимо страховки за самолет, страховая компания должна будет выплатить деньги еще и семьям погибших. Как отметили в военной прокуратуре, эта сумма будет значительно больше. И сегодня же в Главной военной прокуратуре сообщили о новых фактах коррупции в погранслужбе Казахстана. Надзорникам удалось выявить хищение 10 миллионов тенге. Больше 30 должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Уволены начальник склада регионального управления Солтустык и контролер отдела пограничного контроля Табол.